В следующем году финансирование культуры будет увеличено на 40%, до 1 400 000 000 рублей. Продолжат ремонтировать сельские дома культуры, обновлять материально-техническую базу. Сегодня планами на следующий год с депутатами Госсовета поделился министр культуры. Главной своей задачей он ставит привлечение в отрасль федеральных денег. В приоритете остаются зарплаты работникам культуры. В этом году их уже удалось поднять на треть. Увеличится и фонд стимулирующих выплат. Безусловно, в 2018 году одной из первоочередных задач является выполнение в полном объеме указов президента, исполнение поручения правительства о подключении 100% библиотек к сети интернет. Следующий год для Минкульта юбилейный. 75 лет отметит со дня образования Национальной галереи и Воркутинский драмтеатр. 60 лет исполнится театру оперы и балета, продолжатся работы и по продвижению туристических брендов, отдых в парке Юга-2, Печора-Илочском заповеднике и Финно-Угорском этнопарке. К слову, возможности КОМИ презентуют на международном молодежном фестивале, который стартует на днях в Сочи. Там будет представлен проект «Отдыхаем в КОМИ», который профильное ведомство создавало совместно с нашим телеканалом.